Раз, два, три, елочка гори. Но в случае с медиагирлянды и считать не нужно. Новогоднее убранство оснащено автоматическим датчиком управления, который закреплен на самой елке. А управлять им можно из любой точки земного шара. Такие цифровые технологии в Самаре используются во второй раз. В прошлом году гирлянды отлично себя показали и пришлись по вкусу горожанам. Каждая медиагирлянда состоит из 20 тысяч маленьких шариков, пикселей, каждая из которых может показать 16 тысяч оттенков. Масштабная работа прежде всего состоит в монтаже. Это 90% успеха. Остальные 10 уже непосредственно отстройка и пусконаладка оборудования. А сюжетами занимаются дизайнеры, видеографы. Световое шоу на площади Куйбышева в последние дни уходящего года будет посвящено театру. А уже с 1 января программа изменится. Ее детали пока не раскрывают, но Самара ГИС удалось узнать, что она будет о любви к родному краю. Радовать отдыхающих будут не только разноцветные огоньки, но и диджей-сеты на главной площади города. Самарцы уже сейчас в предвкушении праздников. Елки, кстати, включили вчера, не как было. Красиво. Как елочек? Красиво или нет? Да. Очень красиво, очень нам красиво. Нравится. Замечательно, очень красиво. Мне кажется, даже лучше всего в прошлом году было. На площади не одна пушистая красавица, а целых 7. Все деревья огородят ледяными блоками с морозными узорами и внутренней подсветкой. Ледяные плиты привезли из Тюмени. Опасаться, что они могут растаять, не стоит. Даже в случае оттепели они простоят до начала весны, гарантируют специалисты. Ширина льда у таких кусочков внушительная – 25 сантиметров. Над их установкой работает бригада из Урала. С озера добыли, развертывается добыча, выпиливаются блоки, и все грузится и везутся в любую точку. В праздничные дни на площади Куйбышева можно будет не только потанцевать и прогуляться, но и покататься на катках. Их тут 2 – отдельные для хоккеистов и всех остальных любителей льда. А также с ветерком прокатиться можно будет из большой деревянной горки. Для малышей и всех тех, кто верит в чудеса, свои двери откроет резиденция Деда Мороза. Уже 22 декабря площадь Куйбышева посетит главный зимний волшебник страны. Он откроет праздничный комплекс в самом сердце Самары. Мария Левина, Николай Епифанов. События.